Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Фернандо Янес де ла Альмедина, художник-пионер эпохи Возрождения в Испании. Он был очень близок с другим испанским художником Фернандо де лос Льянос, с которым путешествовал по Италии и, по-видимому, встречался с Леонардо да Винчи. Позже они вместе работали над некоторыми проектами, в частности над собором в Валенсии. Родился в Альмедине, провинция Сюдад-Реаль, около 1475 года. Я зачитываю данные, которые нашел в интернете, данных очень мало. По возвращении в Испанию поселился в Валенсии. В 1506 году, а это задокументировано, он написал алтарь святых Космы и Дамиана для собора Валенсии, которые почти полностью сгорели в 1736 году. В Валенсии он нашел рынок для своей живописи и работал без перерыва до 1526 года, сотрудничая с Эрнандо де лос Льянос. Оба подписывались Эрнандо или Фернандо, так что это привело к путанице, полагая, что они были одним и тем же художником. Они работали над дверями главного алтаря собора. Известно, что в 1531 году он был Куэнки, расписывая несколько алтарей. И это последнее сохранившееся известие об этом художнике. Его композиции характеризуются леонардовскими стилями. Сфуманта, мягкость лицов и жестов, формальной четкостью и сценической широтой фона, глубиной фигур, которые представлены в спокойном настроении, и умелое сочетание монументальной архитектуры и персонажей в более характерной форме, чем у других художников. Он уделял особое внимание качеству одежды и предметов на картине, что является остатком фламандской традиции, обычно в испанской школе. Но так вкратце, данных не очень много о испанском художнике Фернандо Янес де ла Альмедина, художнике-пионере эпохи Возрождения в Испании. Пока-пока, до свидания.